Когда вы родились? 28 декабря 1997 года. Степану Милевичу нет еще и 20 лет. Однако за свою недолгую жизнь молодой человек рискует оказаться в местах лишения свободы на пожизненный срок. Санкция статей за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере предусматривает наказание в виде лишения свободы от 15 до 20 лет, либо пожизненным сроком. По версии обвинения, юноша работал наркокурьером, фасовал соли и гашиш и делал закладки. Задержали Степана Милевича в Бирске в апреле этого года в районе Зеленого острова. При себе у него были обнаружены наркотические вещества для дальнейшего распространения. Около 20 часов 4 апреля 2017 года Милевич на автомобиле Ford Focus прибыл в город Бирск, где организовал тайник закладку с помещением части наркотического средства гашиш массой не менее 1,99 грамма, упакованного в один пакет с застежкой рельсового типа, помещенный в бумажный сверток и оклеенный лентой черного цвета. Дома у наркокурьера нашли весы, фасовочные пакеты, гашиш и почти 1,5 килограмма солей. Известно, что и сам Степан Милевич употреблял наркотические вещества. Подсудимый признал свою вину. Однако тех, на кого работал наркокурьер, установить пока не удалось. Юноша связывался с поставщиком наркотиков через интернет. Наша телекомпания будет следить за ходом процесса.